25 сентября 2009 года в Стармосколе на базе 2-й городской больницы было открыто отделение гемодиализа. Дорогостоящие аппараты для очистки крови и полный набор гемодиализных кресел были безвозмездно предоставлены фондом поколения Андрея Скотча. В 2013 году по поручению губернатора Белгородской области в рацион школьников в обязательном порядке были включены яблоки. Одними из первых к реализации плана приступили в Губкинском городском округе. В этот день, в 2014 году, в БГТУ имени Шухова открылся Центр высоких технологий. 2000 квадратных метров, более 200 единиц новейшего высокоточного оборудования, уникальный виброустойчивый фундамент, современная система очистки воздуха. Все это позволило белгородским ученым притворить в жизнь свои самые смелые идеи. 25 сентября 2016 года завершился первый фестиваль «Этажи». Белгородская государственная филармония на время превратилась в молодежное арт-пространство нового качества. Свое творчество показали представители различных видов искусств и популярных неформальных молодежных направлений. В Белгородском районе прошел образовательный фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта 2017». Форум собрал военно-исторические клубы и общества из Москвы и Подмосковья, Белгорода, Воронежа, Орла и других соседних регионов. 25 сентября 2017 года Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина открыл 82-й сезон премьеры спектакля «Зыковы» в постановке художественного руководителя Московского театра Российской армии Бориса Морозова.